Basketball for Russia. Por fuera, jugando desde el perímetro. Ahí está la bandeja perfecta y anota. Tasia buscaba a Damiris, interviene Polujanova, ahogando hacia la esquina para Federenkova. Federenkova y anota su cuarto punto. Сейчас Виндер перекрыла средняк траекторию. Чуть ли не впервые у Динамо получился быстрый перепас, который затеяла Пименова, продолжила Федорченкова. Ну и что-то стало на очко за очком набирать. 76-30. Атака у ГМК завершилась в холостую. Пименова под кольцом забивает. 18 секунд. Не торопясь. Не торопясь. В проход. Отличный пас. На опережение. Браво. На шаг. И увидела этот пас. Все было здорово. Япупа с мячом. И штан даже Виднер не возвращает на площадку. На какой скорости проходит и Катя Федоренкова трехочковый. Хорошо так с кондачка получается. Так точно, уже три команды в Кубке ФИБА, где два раза на Олимпиаде. Это Урази и у Ани Петраковой. Она забавна и похожа, самое главное. Ну, еще шикарный раз, шикарного окраса. Да. Вот они видны. Отлично. Таня Спанкова полубока. Тоже ее трейдмарка выполняет этот бросок, поэтому удобно поворачивает корпус, да, что умоливает. Наталья видно. Суетливо очень. Неподготовленный бросок. Катя молодец, умница просто. Как она подкараулила этот перехват. Браво. Ну, можно сказать, что Владимир Штамов угадал
просто оставил ее на паркете. Ничья 43-43. Второй раз в этой четверти догоняем конкуренток. Уйти вперед пока не можем. Света Абросимова. Хорошо. Ричард Джонс тоже запуталась в дриблинге. Молодая пятерка, то и своим тоже всем фактически дают обыграться. Очень хорошо. Федор, да, молодец. Показала она, что не стоит этого делать. Катя попадает со средней дистанции. 67-58. Секунд осталось на атаку. Быстро Катя Федоренкова идет в проход. Сама бросок. Ах, вылетает мячик из-под кольца. Катя выходит на свободный бросок. Двухочковый. И точно, точно здорово. Катя набирает свои первые два очка в этом матче. 82.